Главная задача для коммунальщиков на ближайшие несколько дней – пуск тепла в жилой фонд. И это несмотря на отсутствие необходимого температурного графика. Если мы сегодня на один, на два дня, мы ускорим тот процесс, раньше начнем. Вот, и поэтому у нас меньше недовольных людей, поэтому будет. О начале отопительного сезона раньше срока заявил накануне штаба губернатор Ульяновской области. Димитровградские чиновники уверенно заявили о готовности выполнить данное распоряжение. А вот ресурсоснабжающие организации высказались против. Мол, кто будет платить за использованный раньше срока газ? Выход из ситуации вроде бы нашли. Мы, соответственно, сделаем каким образом? Мы начнем на 5 дней пуск тепла раньше. Будем считать, что это пробный пуск. И через 5 дней у нас к следующему понедельнику должны быть дома все запущены и отрегулированы. Однако на штабе тут же отметили, пробный пуск отопления вовсе не означает, что тепло станет сразу во всех квартирах. Домов, в общем-то, очень много. Вот, и необходимо, значит, поэтапно вот этот пуск производить, чтобы у нас потом было меньше проблем с регулировкой, соответственно, внутренних инженерных сетей. Систему необходимо запускать постепенно. В противном случае, если все задвижки будут открыты одномоментно, тепла не почувствует никто. Оплатить придется. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.